Новый тротуар и парковка появятся на проспекте Дзержинского возле Чкаловского завода. По поручению главы региона, меньше чем за месяц из областного бюджета выделили деньги на реконструкцию объекта. Иван Деревянченко оценил темпы ремонта. Строители подготавливают территорию для укладки нового асфальта. Еще неделю назад этот участок дороги был словно решето. Жалобы граждан были услышаны. Глава региона Андрей Травников распорядился полотно на проспекте Дзержинского отремонтировать. За короткие сроки из областного бюджета выделили субсидию. Было обращение от жителей Дзержинского района, от администрации, департамента транспорта о необходимости ремонта проспекта Дзержинского на участке от улицы Лучайска до улицы Ползунова. Выпал этот участок из планов, соседние участки идут в проектирование, а этого участка нету, поэтому буквально меньше чем за месяц мы отработали вопрос финансирования, заключили соглашение с мэрией Новосибирской, и уже с 18 августа видим, что подрядная организация приступила к выполнению работ. Вдоль ремонтного участка расположены два медицинских учреждения и авиационный завод имени Чкалова. Поэтому поток машин здесь большой. Парковка организована стихийно, автомобили стоят на дороге. Из-за этого количество полос сокращается, водители вынуждены ездить по трамвайным путям. Поэтому было принято решение сделать карман практически на всю длину парка для легкового транспорта. Работать приходится очень аккуратно. С двух сторон расположены парки, а между тротуаром и дорогой растут деревья. Самое главное при ремонте не повредить корневую систему. В дальнейшем здесь планируют выкорчевать аварийные тополя и посадить новые. На самом деле вот деревья, как таковые, вот эти тополя, у нас агроном, мы их объезжаем, они где-то кажущиеся целостность. Они порядка уже там лет под 70, не столько и живут. И очень часто мы вроде пытаемся защитить, сохранить, подрезать, обрезать, а ветер, и он падает. Основная проблема образования грязи на дорогах – неухоженные газоны. Вместо травы здесь была земля. Легкий ветер в зной, и стол пыли поднимался в воздух. Работы планируют завершить уже к концу сентября. Здесь делают все по уму – качественный тротуар и зеленую зону. Теперь грязь не будет попадать после дождя на проезжую часть. Из областного бюджета на участок выделили 77 миллионов рублей. В целом в этом году дополнительно на ремонт дорог потратили около 640 миллионов. Иван Деревянченко, Алексей Баженов, Новости ОТС.